По поручению муфтия Карачаева-Черкесии Исмаила Хаджибердиева прошло собрание, на котором обсудили попытки спровоцировать в сети межнациональные конфликты. Недавним событием в Карачаевске, где было завершено нападение на сотрудников полиции, было посвящено мероприятие в Духовном управлении мусульман. Имамы крупнейших мечетей, а также кадии и представители районов Карачаева-Черкесии единогласно осудили нападение на полицейских. Все единогласно высказались о том, что мы порицаем и осуждаем. Это, и мы с этим согласны, и будем работать в том направлении, служить в том направлении, чтобы впредь такие ситуации в жизни наших жителей, нашей любимой дорогой республики не случилось. Конечно, мусульманская умма именно города Черкесска осуждает это. Почему? Потому что в Коране Аллах Субханаху ва Тааля напоминает нам, что убийство одного человека приравнивается убийству всего человечества. А кто сохранит жизнь другому человеку, кто спасет человека, то как будто он спас всего человечества. Исходя из этого, конечно, все осуждают. Убивать человека никто не имеет права. За это вот самые большие грехи в исламе